Да. Ты ложь. Да. Не начинай, мы только отошли. Да. Ну, ты помнишь, да, мы сейчас сидели в лобби, и, ну, зашла она, а зашла так, что, конечно, все должны были стекла задрожать. Конечно. Это была... она. Не буду говорить, кто. Да, это была Опиши. Она. Значит, она вошла. Она, во-первых, она приехала позже всех, потому что она... ну, как бы она number one. Потом она, ее заход был, как зашла бы молодая Ширли Маклейн в Плаза в Нью-Йорке в 60-х. И она идет, и Джоан Коллинз кричит: «Ширли, привет!» А она не обращает на нее внимания. Энди Уорхол ее фотографирует, а она не хочет. И бойфренды ей несут множество шляп, плащ. Она держит только собачку. Собачка вся на нервах. Она пихает Седуксен, просит там: «Чико, не кричи!» Собака вся на нервах. Значит, еще кто? Кто? Том оф Финланд. Какие-то дорогие геи кричат: «Муся, остановись, остановись!» Она не обращает на них внимания, потому что она устала от этого успеха. Она устала от папарацци, она устала от этого света, она вся отекшая. Джуди Гарланд ей уже просто, она не узнает вообще ее. Джуди Гарланд. Да, и сутулые все собаки просто на ее фоне. И она входит, но она не в Плаза, она в Сочи. Она в Сочи, она на новой волне. В лобби сидим мы, я и Аллочка крутая. И вы. Вот. И она даже со мной не поздоровалась, потому что она ровно 3 минуты тому назад не узнала Джоан Коллинз и Тома Финланд. Что там, я умоляю, когда речь идет о таком немыслимом люксе. Она, конечно, в номер села, сняла свой Филипп Трейси, кинула. А теперь вопрос. Кто она? Who is... Вуаль, Филипп Трейси, Леопард. Кто она?